Доброе утро, друзья. Убирал тут у всех цыпляток, подстелил там тем малышам. Ну, у кур, можно сказать, они уже все несутся, поэтому можно сказать у кур. Там не убирал, подстелил просто, может, через 2 дня уберу. Пока у них от лампы все сухо, чисто и хорошо. Сегодня был ночью мороз, цыплятки хорошо себя там чувствуют в брудере. Съели все, что я им насыпал, вот эту всю кашу-малашу. Намешал только что новую. Знаете, хорошо, хлеб теперь будет весь уходить сюда. Размочил супом, всякими отходами. Сейчас будем кормить. Сейчас пойду наберу кружку дробленки, потому что смотрю, гранулу они ни в какую, а дробленку поели хорошо. Поилочки все поменял. В общем, красота. Сейчас вернусь. А ты давай покукарекай им тут. Залез, давай кукарекай. Ну, давай, кукареку, все вот там поют, и ты давай за компанию. Ну, покажи, как ты умеешь. Я вам хочу сейчас что-то показать, но это нужно пойти в другой загончик. Сейчас, в общем, я пойду подробленочку. Вот так. А курам сейчас всем, ну вот большим, понасыпаю. Там у них и дробленка, и гранула, сейчас пшеница. Чередую. Когда у них разная еда, то у них немножко поинтереснее аппетит. Немножко лучше еда. Да, молодежь? Вот так. Сейчас, секундочку. И вот это тоже нужно взять. Все. Ой, ага, песок не опустил. Сейчас, секунду. Оп, это сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Вот, обратите внимание, вот эта курочка несется, а вон там цыпленок. Они уже прям ровно-ровно одинаковые. Просто это уже взрослая, а то еще молодой. Ну, вот так они немножко через стекло сейчас освоятся, притрутся, присмотрятся. И можно будет троих оттуда высадить, вот тех больших, которые две Илюхи и которые вот там Мараниха. Ну, вот так. Тут почему-то пока еще никто не снесся. А там такие... И тут ничего нету. А там такие прям... По полной уже. Я, знаете, я только что чистил. Сидела курочка в гнезде. Вылезла. И я немножко и это... Обрадовался, потому что... Я сейчас вам покажу. Вы сейчас скажете, что... можете сказать, те, кто смотрите, что я говорил, какая разница, типа, какого цвета яйца, оно на вкус одно и то же. Я и до сих пор так считаю, просто необычно... сама необычность не в этом, а в том, что... Когда мы ждали цветное яйцо, его не было, да? То есть вот когда... Ты чё бьёшь? Ты чё бьёшь маленького? Когда мы ждали от вот... Ну, которые вот там сидят, 7 курочек. От них мы ждали оливковое яйцо, они стали нести обычное. Вот этот момент такой немножко необычный. И точно так же в другом загончике. Сейчас я вам все покажу. Так, это сюда. Смотрите, гранулу. Не едят, а дробленочку поели. А это вот так. Ой, тут одно яйцо перепелиное было проклюнуто. Я его тоже сюда. Пусть едят. Во! Вот такая всякая. Хлеб и черный, и белый. И они все поедят. Мне нравится. Оп! О, видите как? Прям они уже при... Короче, облюбовали эту еду. Она им уже прям отлично заходит. И они прям выели все, что можно. Прям пустая-пустая осталась это. Все, чуть-чуть оставил на тот двор. Но это я уже сам схожу. Во.
То есть я пришел с утра, а оно прям все вылизано. И одна баночка, и вторая. Ну, мне кажется, что они даже немножко стали так повеселее. Вот так. Много из вас, кто пишет, что нужно им начать варить очистки от картошки. Но это мы выкидаем так во двор сразу, через забор. Утки, гуси все поедают быстро. Варить лично что-то такое вот, ну, как бы именно для... Если бы там свиньям запаривал, можно было бы варить. А так вообще не хочу варить вот эти все отходы. Суп всегда есть, как бы, и от хлеба всегда остаются кусочки, тем более, когда маленький Артем, который любит тот хлеб взять, а потом его весь искрошит, и, ну, как бы, есть чего давать, поэтому не хочу варить, не буду очистки никакие варить. Вот видите, как они все хорошо поедают, там вон и мясо, и перепелятина, и индюшатина, все едят. Молодцы. Ну и под лампой у них тепло. То есть я сегодня утром зашел, было минус 6 или минус 7. И они даже не кучковались. Они сидели, ну так себе спокойненько расселись. Видите, как стена, от стены лампу сюда ближе повесил, как бы, чтоб не близко к стене. Хотя, чтоб вы понимали, стена, смотрите, в кирпич и в шлакоблок. То есть большая толстая стена. И несколько человек написало, что Андрей, вот тут заклей пленкой там или еще чем-то. Типа тут щели, и видите, оттуда с улицы. Это досками забито, а там окно. Чтобы тут жила свинья, чтобы она не вставала сюда ногами. Потому что здесь, видите, как порожек такой. Чтобы она не вставала сюда ногами и не выдавила стекло. Там обычное вот такое стандартное окно. И, ну, как бы оттуда не дует. Это щели, просто свет заходит, но там обычное окно. Так что, ну, не переживайте. Вот так. А тут же вот доски тоже были прибиты, чтобы свинья не достала до окна. Все. Этих накормили. Так, ты что? А, с картошкой, думаю, что ты туда залез? Он картошку схватил. Им прям нравится картошка. Надо сказать Марине, как будет варить суп. Пусть кинет 2 целых, я их заберу, помну, пусть едят, да? Все, это пусть стоит, это сейчас заберем этим. Как их, на тот двор. В этот, в, как его назвать? В реанимацию. Вот так. А этим всем сейчас пшенички. Отлично тоже клюют пшеничку. На постоянной основе не хотят, а вот так, если чередовать... то они прям хорошо едят. Во. Все. Все. Ага, тыкву не опустил. Вот так. Ой. Вот так. Все. Все накормлены, напоены. Сюда мне можно вообще не заходить сегодня. Водички все поменяно. То есть вот с курами легко. Ну, единственное, это я чищу раз... Может, в неделю, может, чуть чаще. Сейчас стало холодно, то, наверное, чуточку чаще нужно чистить, чтобы не ходили. Ну, как бы по-сухому и воздух был суше, и как бы и стены там не промерзали, и здесь была влажность пониже, и было сухо. Хоть даже они и загадили землю, ну, пол, здесь деревянный пол. То сейчас, конечно, нужно чуточку почаще менять подстилку. Так я по опилке пока и не съездил. Ну, съезжу. Вот так. Все. Тут тоже у бегемотиков у всех поубирал. Эй-то, дуреха. Вот это так и не несется туда. Так и бросает яйцо, где приспичило, там и бросило. Не знаю почему. А, Татош тоже ж петух, не ту схватил. Вот курица. Валенок. Попутал. Вот эта курица. Давай эту хватай. О, видите, пшеничку как. А? Молодцы. Ну и... Сидит? Да, сидит. Ну, она сидит, а там сейчас я... Короче, вот сейчас я вам все покажу. Выкупались паразиты. Только что были сухенькие, все мокрые.
у них тоже подстелил. Тут напоил, накормил. Вот этим сейчас. О, видите, там уже 3 штуки. Молодцы. Нате, девочки, и вам. Нате, нате. Раз. Все. Вот так. Короче, эти красавцы еще все на месте. Этим напоил, накормил, поподстилал. Вы там пишете, что может пора с брудера сюда назад вернуть двоих. Нет, еще рано, еще хотя бы недельку. Видно, что те там стали хорошенькие, кругленькие, как бы пошли в рост, но этих еще не догнали. Еще, вот может недельку посидят, и тогда я их верну. Ни утка не заметят, ни утята не заметят, им пофиг. Они спокойненько к этому отнесутся. Тыква у них лежит уже, наверное, неделю, почти догрызли, съедят полностью все, пусть занимаются. Вот такие дела. Ну, а теперь пошли то, что я вам хотел показать. Ну, я вам рассказывал только что вот про этих кур, да, что, ну, мне прислали яйцо оливковое, да, а они несут обычное яйцо. Здесь за все время одно яйцо было оливковое, и все. А те все остальные вот такие, как говорится, есть типа белое яйцо и красное яйцо. Ну, вот эти типа красного. О, видите, тоже пшеничку клюют. О, полезла четвертая. Или сейчас сожрут яйцо. Я не знаю. Эти тоже несутся. Ну, это я так, просто к слову говорю. А вообще, да, смотрите. Вот, сейчас он взял два яйца и покажу. Пошли к этой красоточке. Вот. Помните, мне прислали яйцо бентамки. Короче, мне прислали кучу разного яйца, по несколько штук от разных этих. Там были пару яиц, ну, несколько яиц, нет, не пару, там, наверное, было штук 8. Я не помню сейчас точно, вы, ну, как бы меня не ругайте. Там были яйца подписанные мешанные, там были подписанные бентамки, там были подписаны еще какое-то название какой-то курочки. Дульки там не было написано, ну, вылупилась дулька. Дулька Андреевна, да, я не знаю. Это я вам про вот эту курочку. И вот куча бентамок, да, здесь 7 бентамок. Было 8, одна где-то пропала, я вам говорил. Может, вылетела, может, кошка зашла и это схватила. Короче, не ясно. Было 8 бентамочек и 2 петуха. И вот эти бентамки, вон, кстати, сидит, да, там уже дулька снеслась, там точно лежит яйцо. И одно яйцо, которое я забрал. Я не знаю, какая из них... Но точно бентамка, потому что сидела бентамка. Я пока пошел туда чистить у тех цыплят, прихожу сюда, здесь лежит яйцо, а уже курочка вылезла. А я как бы, ну, сидит себе курочка, вот так глянул и пошел, ну, как бы, ничего такого. Вот такое яйцо несут бентамки, вот обычное, да? Нужно, может, на свет вот так повернуться. И смотрите, что там лежало в гнезде. Вы видите? Почему? Почему все несут обычное, ну, как бы светленькое яйцо, а это снесла бирюзовое. Вот если тот цвета оливки, такой вот у Илюх, сейчас я вам покажу, ну, оливкового цвета, то это снесла вот такое бирюзовое. И смысл не в том, что прикольно, что бирюзовое, а смысл в том, почему оно бирюзовое. Вот это, мне кажется, несет это, как ее... Мараниха, ну, светлое яйцо. А вот это Илюхи несут. Опять надо к свету. Вот. Видите, типа, не знаю, оно не передает свет, да? Видно, нет? А вот это снесла это. Видите, это такое, ну, точно, оливкового цвета, такого светлого. А это голубенькое такое, бирюзовое. И вот при том, что все бентамки как бы одинаковые, вот два яйца от, одну, ну, от одних бентамок, а это от другой. Очень странно. А это там кто-то раздавил тоже в гнезде яйцо, и оно немножко замазано. Короче, прикольно, да? А эти еще не несутся, кохинхинчики. И птичка-говорун тоже
тоже не несется, но много кто пишет, что, скорее всего, один петух, одна курочка, но пока еще не ясно. Ну, вот так. Короче, понаносили тут такого. Вот это тоже Илюха снесла, и вот это тоже снесла Илюха. Видите, а это голубенькая. Красиво. Красиво понаносили мелкого яйца сколько угодно. Ну и там же сидит сейчас еще курочка. Может, снесла? И почему так? Почему? Они же все бентамочки одинаковые. Или, может, они разные? Я не пойму. Потому что, смотрите, одни такие... одни вот такие как-то коричневатенькие, а одни вот такие посветлее рыжеватенькие. Да, вот, смотрите, рыжая... Рыжая, а то такие вот другого. Может, вот эти несут одного цвета яйцо, или вот те одного, а эти будут нести голубое яйцо, я не знаю. А ты там что снесла? Покажи. Или пока просто сидишь. Мамульчика. А вот, вот снесла обычное. Видите? Вот, раз. А вот это снесла, это я точно видел. Это у них подклад такой утиный. Это снесла... Вот это дулька. Где моя дулька? Дулька. А, вот она присела. У нее нет жениха, ее никто не топчет. Видите, и она такая раз, когда и приседает. Вот эта дулька несет. Фокусируйся. А вот такие маленькие несут бентамки. А то, конечно, красивенькая. Кто из них, я не могу вам сказать. А это печально. Вот эти две дурехи еще не несутся. Большие, черная и белая. Но жду, может, тоже начнут. Интересно, какие они яйца снесут. Вот теперь уже мне интересно. Потому что они тоже, ну, как бы с этого набора, от каких-то необычных кур. Но она и выглядит как-то необычно. Это беленькая, конечно, что-то не очень-то и странное. Обычная курица. Но непонятно. Все, короче, нанесли. Это вчера и чуть-чуть сегодня уже. Несут как с этого. Да, уселась четвертая нестись. Как здесь выловить курицу, которая несет оливковое яйцо? Как его выловить? А никак, да? Это нужно поселиться на день в сарае и следить за каждой курицей, которая садится в яйцо, в гнездо, забирать и ждать, правда, видите, чихнул. И ждать, когда усядется следующая, и тоже посмотреть. Короче, интересно. Вы что тут не рассказываете? Вот такие два танкера больших. Плаваете тут. Возите мне мазут. А я потом его весь выгребаю. Вот такие вот дела. Все. Утятки растут, утка уже по отношению к ним не такая большая. То казалось, она громадина, а сейчас они подросли, но и она не такая большая. Вот такие вот дела. Все, наливаю этим обормотиком и ухожу от них до самого вечера. Кэш, вы же выкупались, я вам только что полную налил, мокрые все. Все намочили. Смысл, что я вас чистил? Вот такие дела. Много кто из вас, кто пишет, что Андрей, выпусти во двор больших. Нет, холодно, нужно, пусть еще посидят, потому что отморозят лапки. Взрослая птица на улице, с ними ничего не произойдет. И лапы не померзнут, и зимуют они на снегу, и под дождем, и под снегом. Короче, как угодно утки. Ничего с ними не будет. Там сарай открытый. Некоторые туда заходят на ночь, а в основном основная часть уток сидит прямо во дворе. Найдет себе какое-то место там возле стенки, под машиной, под клеткой кролячей и сидит, не хотят в сарай. И ничего с ними не происходит, не переживайте. Утки выдерживают очень высокую температуру. А вот молоднячок, лапки нежные... И лапы поотмораживают
в раз за один день отморозят. Так что никого никуда не выпускаем. Утята максимально поздние, через неделю зима. Поэтому пусть сидят тут. Они сейчас буквально через две недели, вот эти мелкие, это те, которые в брудере сидели, сравняются вот с этими большими. Потому что большие раз, ну как бы и выросли до своего размера, обязательно стоять на этом, чтобы перевернуть, да? Эти же до своего размера выросли, а те же будут расти раз, и через две недельки вы их увидите плюс-минус одинаковыми. Так что вот так. Засекайте. Все. Вот такие дела. Сидит. Да. Все. Надеюсь, правда, прям надеюсь, что вот это будет курица. Хоть они и от одного петуха, то я их все равно, если это курица и петух, попробую заложить в инкубатор, закласть, там, исправьте себе меня, если вам хочется. Так что вот так. Если будет нестись, то это будет хорошо. Вот так. О, вылетело. О, и это вылетело. А ну назад. Давай назад. Куда ты пойдешь? Давай назад залетай. Давай. Давай. Давай, давай. Оп. Во. Туда. Все. Вот такие вот дела. О, красотульчики, да? Все, друзья, то я забираю, я пошел на тот двор. Всем большое спасибо за просмотр, всем хорошего дня и всем пока-пока.